Нужен ли определенный человек для того, чтобы составлять завещание исламское, как я понимаю? Например, человек хочет, чтобы его похоронили по сунне. И можно ли писать завещание на любом языке? Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. Завещание, будет оно словесное или письменное, сунна, словесное, конечно, сунна, чтобы имели свидетели. Потому что, чтобы потом не сказали его родственники, он не завещал, где свидетели. Чтобы такого спора не было, надо писать свидетелей, прочитать именно свидетели тоже написать. Или же, когда он словесно оставляет, перед всеми сказать, что были свидетели, что он завещал такое и такое и такое, такое имущество кому-то, что он завещал, по сунне похоронили, он завещал какую-то беду, чтобы не делали за него, чтобы знать, это желательно, чтобы были свидетели. И также в данный момент, например, раньше, если только письменность была, она более оставалась, а сейчас многие другие вещи есть, которые можно завещание оставить. Можно голосовым оставить, можно видео оставить. В каком форме, чтобы было ясно донесено до людей после его смерти, что делать. И не было сомнений в этих оставленных вещах. Да, видео снимает, и свидетель два есть. Я видел, он сам это снимал. Никто не повернул его, никто не срезал с этого видео. Монтаж не делал, ничего не сделал. Как есть, так и есть. Свидетель тоже будет. Мусульмане праведные. Никак, кто попало. Тогда этим тоже можно амал делать. Это тоже является васией, свидетелем, этим завещанием. Аллаху алям.